Конаково River Club. Решил выйти покататься на кайте. Ветер отжимной. Пойду на большую воду. Ветер, конечно, не на девятку, но попробую покататься, выйти на более открытую гавань под ветер. У меня двенадцатка с собой. Если что, накачаю двенадцатку. Поставил длинные стропы, 28 метров где-то. Вот динамики, конечно, хватает при таком ветре, но не спасает, когда совсем слабо. Вот, но надо привыкать. Среднеполосные сквозняки. Вроде акватория достаточно широкая. Посмотрите, здесь где-то 2 километра, 2200 ширина. Ветер дует как раз вдоль водохранилища. Вот сейчас видно, что вообще все тихо. Хотя вроде как водохранилище большое. Ну, ждем в море погоды и поедем дальше. Хочу уехать вот туда, на разлив. Ну а там как получится. Начало раздувать, хотел поменять девяточку на двенадцатку, потому что вот там вот на повороте реки, на изгибе, было вот очень тяжко, потому что ветер ослабел, и девятка никак не хотела лететь. Но пока раздувал, буду двигаться на девяточке, а там дальше посмотрим. Ну что, выбрался на открытую воду. В общем-то, за моей спиной. Кстати, вот сейчас отчетливо поймал тот момент, когда вверху ветер есть, вот меня тянет, а внизу нету. Плюс еще выше по ветру подходит усиление. Соответственно, перед этим усилением внизу ветерочек подписает, вверху продолжает дуть. И я вот кайт только что держал высоко, стропы у меня длинные, и проскочил как раз между двумя порывами. Очень классно было. Видно было, что из одного порыва я уехал, а второй до меня еще не дошел. Так что эффект длинных строп позволяет немножко выигрывать в таких условиях. Особенно когда порывы или усиление. Работает конструкция, работает. Но слабый ветер, это, конечно, сильно не помогает. Все-таки надо брать всегда больше размер кайта, тем более в летних условиях, в средней полосе, потому что ветер непредсказуемый в течение дня. Пойду сливаться в сторону дома, потому что, как говорится, уже бы пора и честь знать. Да, ветер совсем стал слабеть. Мне бы в таких условиях еще бы и до дому добраться. Сейчас не хочется особо плавать, но буду пробовать успевать. Все, залез на полосу. Буду смотреть, как будет работать большая длина строп. Позволит ли она мне компенсировать препятствия. Думаю, что не сильно, потому что сам по себе ветер еще очень термический, с провалами сильными. Но что делать? Кайт штука такая. Нужно стараться, чтобы получить хороший результат. Yeah.